Всем приятного аппетита! Как по мне, вот это подходящее место для того, чтобы вырыть снежную нору. Сейчас я этим и займусь. Как видите, в этом месте снег образовал такой как бы карниз, навес. И если зайти подкопать изнутри, то можно неплохо устроиться на ночь. Для того, чтобы мне это сделать, я буду использовать два приспособления. Первое приспособление — это лопата, ну можно вообще чем угодно. Но я взял с собой лопату, небольшую, маленькую. А второе приспособление — это вот такие веточки. Сухие веточки, я наломал их по определенному размеру для того, чтобы они были измерителями толщины. Я их предварительно ставлю в склон, и когда буду рыть изнутри, они мне будут показывать толщину. Как только они появятся, как только я их вижу изнутри, я пойму, что это такая толщина, и больше мне вынимать потолка снега не нужно. Ну что, приступим. Как вы видите, здесь образовалось практически естественное укрытие. Мне нужно будет только подкопать вниз и немножко расширить, может быть, его. Сейчас такой рою-рою, а там кто-нибудь живет. И вот что получилось спустя полчаса, ну может минут 40 работы. Чувствуете, как здесь уже разница температуры? Думаю, что стекла уже запотели на камере. Но все равно. Вот можно спокойно лежать. Даже спать можно. Спальник когда достать. А так полностью коврик. Вот такой у меня вид открывается. Не знаю, видели вы что-нибудь, а может, все-таки влажно, еще я дышу. Ну вот так, запалив свечу, можно поддерживать плюсовую температуру внутри, здесь, в норе. Ну и, конечно же, достать спальник, влезть в спальник, и он практически по всей длине помещается, если еще подвинуться туда-назад. Вот таким образом в снежной норе вы можете переночевать, когда сильный ветер, когда пурга. Когда сильный мороз. Ну, конечно, желаю, чтобы вам никогда не пришлось так ночевать. Но все равно, знайте и будьте к этому готовы. Пока.